Ассаламу алейкум, урмати телевизор Ахтагады Кабыр. Гейгат ихты, махачалылат передача Сывыму Цесвур, Еве, Аннатиджи Дикуануга Араневе. Махад район де ад, музыкальная школа дит, Хуцурсен, Гейгар Ахор, а Ачихвы дяхо ихты район де. Музыкальная школа Ачихвы ради, Азына учудовешна Игзана, Юкутуста Сыда, Ва, музыкальная школа Ачихву де дадет хулу гади ихты гига дираки дуруна на голах варат шаир авал композитор Шафи Меджидович Ибрагимов ва мехуцурда садут арыды музыкальная школа де лаху тербия вар нане мыкля дунья декля ва ихты карды мыкля хабара варат храни де балад балад инсанар телебир ва ха телебир Хейга дигалет каржуду умурды лап яхты дараджаймы, абиши мыска кими, музыкальная школа ди суру лап яхты, адиты, маалимашты суру лап яхты, а барбор ихтилет бурса киргара. Ва гейга ми ихтимхад районды, ашык ва шаир джамисебды дургат, культурный центра ди, ушира икеет маджилис, ва ади ягмышты ширани ди. Махад районды тухты Дауд Амай Сулейманов, махад районды сурулат, Дагыстан дит халдит мажлистят депутат Шафик Афланович Абдуллаев. Адикон сава инды миде ит хранды ухту мейманер. Махачкалда ир храни и миде штрак кискор. Хан Баширов ай и лап ухту дур унад авал пианист ва чиноймы миде тинеки актер валдыву ради ва гейга дига ихты республика ди лап эля дур унад İnsani. Hani konsava indi yitkırani di Derben şehirde adı muzikalni şkola didi direktör Mahmudova Kamila Kacimuradovna. Hani didi di işte mühad rayon dila. Köhüne dostlaşı Sensnaki keçet hıb merdet hatire Pıdra dilişim açtı bu çit etire Gümüşe çarbırı kır kiriçriye Külfet masalı diş düzme dostlaşı Gümüşe çarbırı kır kiriçriye Külfet masalı diş düzme dostlaşı Kasedi şir hala dudan amada детские музыкальные школы рухара мы его беся ади ади руководитель начала шу гелихи в дерда ад Шафи Меджидович засад арат то время ани в радылаху ишери Джемирзоев Махмуд Уруджевич адылаху голах в рады Сефидин Сулейманович асад ну агидена музыкальное образование от калды Ильсана Архибур калды бирди, абар аны дей. Но абише, тисе агедене,
музыкальные, би сад дом культура аджигиде аневи. Хад ад наплыв ханимешт, у гуридим у вас. Ты бы не поверил. Хабишес, кудюсти джига, мене издыханах ких, ты не издыханах ких. Мене издыханах ких, ты не издыханах. Хасад улюхте наплыв ай. Ну, конечно, а мы худро ху саальна кудюрис. Би сад ани сааль, честно хуйне, рышпэ. Ну, кыл да кясад шу аму. Ну, кыл да как-то ханимерки дурура. Мы ихти джигиди, мы махад ад ардышт как-то только фортепиано, мы дикар. За сигара, мы дикла. Ихти имеет духовное наследие Абган, ихти имеет традиционный. За сигара имеет тютекки, за сигара имеет суннаки, за сигара имеет накраки, хабур, чугурки. За хабур и ширидин, за смакила валды викси, шадиксизы. Искуня будет традиция, буркар, бур продолжатар. Миди балана заселяться еще раз, ихти миди, искуня Азербайджан духан связай, мы балана. Абишты лугат бур, абишты шубур. Аваз бур, абур, нани бур, абишты заселяться ихти балы еще. Искуне бегеде люхте баласа ла дуру души, мида ху дуру, хура ху дуре. Мисе тара, шу, гынне Азербайджан, гынне Дагыстан. Аса хур рухурай люхте, аса аваз бур, адыгр, нани бур. Сол дюгяхтан, тина зыч илакана хиргыр, а там, нани бур, арай шу, ихте, чамешап шура, миде, тина, ад, вот, ады лаку, а традиции бур, ады, еще раз. Ну, конечно, бис ад, ихады, дарс бурки булзара, разы изы, сиена, шиву ирдыки, ихте, миде, традиции, обряды, обычаи, сюга иргардыши, сакусту. Хоть хусту, сыне джишини, сыне люшса, евар, все равно, амидза адыгама, зы чалышым он сикиси, хады сашивга кейде, ачыхым бадан асад са духовой, и нага нақрымыд, и дишкені зурнымыд, и вуш ширдик, луп кына ер кірмеде дарс бих. За кюмек усамидис. И суджугым бадан ами ихте шыв колах бур, традиция бур, шыв бур. Легендарный Расул Гамзатов писал: кого-то исцеляет от болезней другой язык, но мне на нем не пить. И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть. Что может быть слаще родного языка, на котором тебе пела напевы мама в детстве? Песня на рутульском языке. Слова и музыка Шафи Ибрагимова. Рутул. Вокальный ансамбль музыкальной школы. Вазы ты мучи.
не вскрикнуть, не выразить в стихах. Так хочется летать, тогда поверь в себя и в силу своих крыльев. Взлетай и пробуй, пробуй танцевать. Танцевальная композиция «Мир, который нужен мне», учащийся детской музыкальной школы. В России с 19 века, когда впервые в крупнейших крупных городах России открываются общедоступные музыкальные школы. Эта возможность у детей нашего района появилась лишь в 1973 году, когда в районе открылась впервые музыкальная школа. Как мы уже говорили, с момента открытия школы сменилось несколько директоров. Это Ибрагимов Шафи Меджидович, Джимирзоев Махмуд Уруджевич, Слихудин Сулейманович Малаев. Щедры и отзывчивы были их сердца, вместившие в себя и радость, и боль своих учеников. Первые педагоги сумели с первых шагов создать в школе атмосферу добра, взаимопонимания, особую творческую ауру, заложив тем самым прекрасные традиции, которые на протяжении
последующих десятилетий старались сохранить и приумножить их преемники. Не зря глава государства Владимир Владимирович Путин отметил детские музыкальные школы золотым стандартом и важность созданных в советское время музыкальных школ для полноценного развития детских талантов. С момента открытия музыкальных школ выпустилось немало выпускников, которые, окончив высшие и средние учебные заведения, вернулись к нам в район и успешно трудятся в детской музыкальной школе, в управлении культуры, в домах культуры во благо нашего района. Это Агамирзоев Муслим Мурадагаевич, Мамаева Рина Сейфудиновна, Абдулаев Альфир Абдулаевич, Малаев Риган Сейфудинович, Улилеев Ревшан Рамазанович и многие-многие другие. Выпускники школы также работают с успехом в родной республике и далеко за ее пределами. Я приму за то, как мы буду, я буду.
поздравить гости, маленькие гномы из далекой страны Лилипутии. А в подарок от них примите необычный и красивый танец. Встречайте, танец гномов! Дети сегодня показали свое мастерство, детки старались, детки показали, что они могут сделать. Я же хочу поблагодарить, во-первых, Шарипа Маалима за ту огромную работу вам, спасибо. Низко склоняем головы перед светлой памятью, Аллаху рахмет, ушедших директоров, сегодня здесь говорили. Пожелать педагогам всем здоровья, поблагодарить, потому что вот сегодняшний концерт – это показ мастерства. Это не только взрослые, но и дети. И низко поклониться хотел нынешнему директору Лире Махмудовне. Спасибо вам огромное за такую работу, за показ. Сегодняшний, вы знаете, я сидел в зале, отдыхал, и такое чувство было у меня, как будто я не в районе, не в селении, а где-то в центральной России, в той же Москве, Санкт-Петербург и так далее. Понимаете, насколько мастерство детей, они, бедненькие, волновались, старались. Спасибо вам, деточки, огромное за прекрасный концерт. И я еще хочу сказать, что эта земля породила одного из великих композиторов, заслуженного деятеля искусств России, Магомеда Азизхановича Гусейнова. Светлая память, Аллаху рахмет ему. Как раз он все свои выступления начинал с Рутульской рапсодии. Это крупное произведение для симфонического оркестра, солистов хора. И всегда гордился тем, что рожден на этой земле. А спасибо, вот тут директор Мира сидит, директор Тульской школы искусств. Вот недавно тоже мы проводили юбилей, где мне посчастливилось быть. Я к чему это говорю? То, что Рутульская земля, она заявила о себе. Не только там производство и так далее, но и в культурном значении. Поэтому вам низкий поклон, огромное спасибо. Я же хочу сказать, что еще
решением Президиума правления Союза музыкантов Республики Дагестан за большие заслуги воспитания, обучения подрастающего поколения, пропаганду музыкального, хореографического искусства, большую общественную деятельность и в связи с 50-летием коллектив музыкальной школы награжден грамотой Союза музыкантов Республики. И еще к моим поздравлениям присоединяется Республиканский учебно-методический центр Министерства культуры Дагестана в лице директора Калимат Казбековны Ильдаровой. Разрешите тоже вручить подарок. Вам, дорогие друзья, здоровья, мира и процветания Рутульскому району. Грамотой награждается Гусейнова Анара Махмудовна. Также грамотой награждается Мамаева Рейна Сейфудиновна. Многолетний добросовестный труд в деле музыкально-эстетического воспитания и в связи с 50-летием детской музыкальной школы. Вечно.
прошу, помянем миром их, погибших за страну, за честь и за свои. Верните память, верните сами. За честь и за свои.